Супер диджей, всем привет! Начинаем новый влог. Сегодня пользовался этим, как его зовут, кофемашиной, кофеваркой. Так, а стеллаж когда ты домой принесешь? Вот одна часть стоит. Там арбуз, вода. Поздно идем по делам, сейчас ничего не сделаем. Вон еще от воды. От это надо взять, это стекла помыть в машине. Я же уже чуть ли не выходил. Куда потом убил? Вот так мы просматриваем, что у нас творится в подъезде. Да? Да. Но меня интересует, почему я не слышу. Или я слышу, что мне говорят. Обычно. Да. Ну, с подъезда. Слышу. А меня не слышат, да? Нет. Ну, что это за бред? Ну, как там? Чтобы говорить, там кнопку даже надо. Какое, вот это? Да. Говорю, говорю, говорю. Все. Фу. Уже зажарилась. Есть. Где мои деньги? Понаставили тут. Я ж просила не ставить мою сумку на пол. Что-то мне... Повесить ее надо было. Дай мне ее, сейчас забудешь этот, закроешь дверь, мы останемся на улице. У нас уже так было. Все, куда я тут? Не пойму. А, господи, кстати, какой ужас. Ой, я так испугалась. Со своим глейзом. Глейзом, глейзом. Эти рекламные щиты постоянно ломают, каждую неделю с ним, не чаще. Ох, как камера шатается, гля. Блох его в руках скачет. А что это? Чтоб магниты вешать, что ли? Да, на память. Сейчас дырку. Кстати, у нас ремонт сделали, между прочим. Новые вещи. А мы вообще не скидывались на ремонт? Скидывались, да? Конечно. Ну, не, в общем, насколько это хватит. Насколько хватит, неизвестно. Ну, что ты его раскидаешь, не виноват. А что мы зонтик не взяли? Можно не знать? Мы постоянно выйдем без зонта. Да? Придется выключать камеру, потому что сколько у нас градусов? Фу, вообще не влазил в эту куртку. Сижу как хомяк. Причем как-то увеличено. Там на заднем этом лежат эти. Но надо стеллажи делать. Как их зовут? Кладовки. Стеллажи надо делать. Можно занести.
Сегодня выходной, и кто-то смеется. Мы, блин, как всегда, проспали. Полдня просидели дома, и поэтому сейчас уже после обеда, мне кажется, мы на рынок не успеваем. Мне нужно купить верхнюю одежду, куртку, пальто. Пальто, наверное, не вариант, потому что пальто потом под все не подберешь. Такие, короче, маленькие стоят тут, и этот, и здоровый. Сюда, в этот магазин. Вот, европейский. Детский мир, Кари. Городах пробище полнейшей парковки. Я в качестве регистратора сегодня. Блин, погода плохая, и этот, а машин куча. Надеюсь, нас не пришли, да? Потратим деньги и домой. Как всегда, вон стоят пакеты. Так, это у нас магнит, этот пакет. Это магнит, с магнита яйца. Вот. Обычно, ну как без яиц, никак. Хлеб. Обычный нарезной. Пиво. Толстяк. Так. Взяла попробовать ласковое лето. Творог зерненный. Вот это себе. Ну, орехи тоже предпочтительно, как бы я себе беру. Ну, может, тоже может есть. Конечно. Я люблю орехи, как бы. А вот это он себе берет. Печенье ленинградское в упаковке. Его прикалывает порошок такой детский. Это у нас груша, персик тоже не пробовала, тоже вот это мужу порошки, сырки, даже так скажем, с ванилином, что с ванилином и с изюмом. Вот этот актив я взяла. Так, моя любимая губка вот эта. Я ей мою посуду. Вот. Классно. 50 рублей уже стоит. Раньше вообще было копейки. Так. Еще вот такой творожок. Клубничный. Это коту. Коту под хвост. Что там лазит? Я все слышу. Потом поищешь. У нас чеснок, походу, какой-то китайский покупаем. Хайджанг. Хайджанг супер гарлик. Написано. Майонеза не было нашего любимого. Пришлось брать провансаль. Надеюсь,
Не говёный будет. Так, сыр. Вот это в глазу лазит. Далее. Захотелось мне квашеной капусты, ну, потому что, наверное, зима уже приходит. Это вот такое, бочка с клюквой. Так, тут у нас кефир и молоко, короче. Короче, дело к ночи. Вот кефир, вот молоко. Молоко, сгущенка. И сосиски ганноверские. Олимпия делает мясокомбинат. Так, что у нас тут еще? Картошка. Картошка, сметана. Чек. А чек далеко. Лук. А, вон чек. Картошка, репчатый лук. Не знаю, что тут. И того у нас получается. Вверх ногами. Все, не видно. 1352 рубля. Все, полностью снимать не буду. Не хочет фокусироваться. Это пакет. Значит, в перекресток мы заходили. Но он... Там я купила все яблоки просто. Вот таких яблок взяли. Перекрестки, лимон. Вот он лимон. Мандарины вот. Ой, апельсины. Потом сахар. Вон он, сахар. Так, мне захотелось копченые. Копченые, как ее? Грибы. Горчок копченый, вот. Здесь получается... Так, балуйся. Здесь у нас получается... Достанем. Не видно. У нас получается это с рынка. Все в один пакет положила. Это мойва копченая. А это килька. Соленая. Вот килограмм кильки. Ну и все получается. Вот это тоже с рынка. Не знаю, как люди снимают на рынках. Мне неудобно. И помидоры. Зелененькие, солененькие, малосольные, бочковые. Захотелось. Ну вот и все. Что, мы садимся ужинать. Вот наша картошка, да, вареная, чесночно-зеленая. Килечка. Запахло зимой, да? Ну. Так, квашеная капуста. И мы не часто у нас получается, но мы будем смотреть фильм. А точнее, в последнее время мы вообще очень редко так, чтобы ужинали и смотрели кино, да? Что? Как фильм называется? Туман. Туман фильм называется. Надеюсь, мы точно его не видели. Но это, по-моему, российский. Военный, короче. 50-й год. Стирать, потому что вообще просто растрепанную, грязную. Вода набралась, тут, блин, порошок. Блин, я закинула свои, как они, не бархатные, замшевые, короче, балетки. Я боюсь, что, наверное, замши не надо было кидать. Вот, все, пусть стирается. Ну что, я, конечно же, покажу покупки, потому что я знаю, что такое любят. Вообще не собирались мужу ничего покупать. Но так мы были на рынке, и я решила зайти в Карри. Мне ничего не понравилось. Не, ну может быть только если что-то из кожаных там понравилось бы. Вот там тысяч от 6. Так, какие-нибудь сапоги. Ну, в общем, я себе не купила там обувь. Это мужу носки. Три пары. С такой вот, получается, незавышенным носочком.
разные тут эти. Вот Казахстан. 1200 я родилась и выросла в Казахстане. Это мужу. И, соответственно, ему обувь. У нас так много детей рождается. Слева-справа это перекресток. Ну да, это с перекрестка я брала. Это с детского мира. Я же говорю, много детей рождается. Поэтому мы его проходили, я хапнула, но тут в основном все питание, что-то памперсы, игрушек совсем мало. Чтобы понятно было, вот какой-то гулливер голодный, пеликан, сетка с мячами. Видимо, ванну. Но у нас еще детки, которые у нас либо большие, но это понятное дело, либо маленькие. Либо маленькие. То есть им еще рано. Офигеть, цена для электрокачели 14 тысяч. Ну это вообще жесть. Плит покрывала. Что это? Комплект одеяла из овечьей шерсти. И подушка. Ну, это на большого ребенка. Детям же новорожденного вроде нельзя подушки. Так, ладно, вернемся к Каре. Боже, я аж 3 штуки хапнула. Ну, ладно. Потому что они очень тонкие. Так, вот такая вот. Такие ботинки мы взяли. Вот эти. Сразу они мне понравились. А завышенная такая вот эта штука. Как ее правильно назвать? Нам понравились. Вот, поэтому... То есть мне понравились сразу. Плохо, что они делают низ светлый. Мне лишь бы всё, блин, больше служило. Цену не могу найти здесь. Ладно. Они стоили что-то 2900, по-моему, моя цена. Ну, в общем, нормальные такие. Такая обувь. А, вот, 2300, 2900, ну, девятки помню, 2300 рублей. Вот так вот. Ну, еще раз покажу, а то, может, я как-то не четко показала. А следующий мой пакет. Я ездила за курткой на сегодняшний сезон, хотя можно было уже пуховик купить, были пуховики. Но. Ночнушку взяла вот такую себе. Первый раз в жизни я такую себе ночнушку купила женскую. Такая вот. На тетку. Делает, в общем, Иванова. Здесь две пуговички. Вот. Надо будет еще купить, потому что ночнушки я меняю часто. Ну, то есть я обычно в футболках сплю. Она длинная, мне нравятся длинные. Вообще у меня были, может быть, это вот до сюда все вот мои ночнушки. Они мне поднимаются, блин, до сисек. Я вот взяла длинную, может быть, будет лучший эффект. Эффект-префект. В общем, такую куртку взяла, в общем-то, как бы парка. Лишь бы, чтобы на мне сходилось все. Вот такой здесь принт, замочки. Кармашек. Кармашек не открывается, да? А, он только вот отсюда сбоку, значит, залазит, и все, там просто сверху открывается. Уже привыкла на своих тех куртках, которые, к сожалению, я не влазим. Так, здесь у нас вот так. Ну, это вот только вот на сегодняшнюю погоду. Видите, размер большой. Дубль 10-25. А мы едем в гости. Да? Да. Да. Анна, всем привет. Привет. Всем привет. Всем привет. Ты скажешь всем пока. Блин, мне даже стрёмно снимать этот наш подъезд. Очень плохая камера, она все искажает. Она делает мне такую страшную. Как его? Блин, что-то не вступил. Смотрите, у меня. Смотри. От фонарей. А сейчас идем. Это вышли. Мужик курит в машине. Ну как Сергея.
впаривать. Точно название какое? Кальян? Бульбулятор? Время 8 час. Темнеет уже 6 у нас или раньше? 6 уже темно. Поехали честь отдавать. Какой класс. На работу. На работу. А что я тебя сегодня не помню? Вот я имею в виду, что... Что хотел сказать? Так, ну что? Сходили, да? К родителям. Сейчас покажем, что нам передали. Брюс, ты чем тут занимаешься, кошка? Так, что у нас в этом пакете? В этом пакете интересно. Так, ты что сказал? Что за рыба? Сом? Сом, тут что-то, компотики какие-то. Какие компотики? Копченая? Зелень различна. О, это вообще... Продукт сырный, плавленый, полянка с грибами. Видел? Плавленый сыр дали. Потом, как она, пыльца. Этот куда лезет? Ну, все, пошел. Он еще на стол. У тебя кот невоспитанный вообще. А вот я, это как называлась ягода? Что, с сахаром, без сахара? Черноплодная рябина. Так, одна он уже потекла, а вот это? По смородине, по-моему. Так, ясно, тут у нас хи-ху-ху-ху, какой-то фейхуа. Фейхуа, виноград. Ну да. Королек. Королек, да. Яблочки. Да. Продуктивно. И груши с яблоками. Это случайно не сдачи? Может быть, сдачи. Так, это ладно. Убирай, пожалуйста. Вот это все убери. Ага. И это мое. А, ну вот, еще мед нам дали. Один мед. Фух. Два различных меда. Так вот, вот будет понятнее. Видно, один темный, один светлый. Светлый это с маточным молочком, да? С пчелиным маточным молочком. А темный что-то с рогами каких-то... Оленей. Да. Ну, в общем, мы название не запомнили. Привезенное все это с Пятигорска. Ну вот. Значит, мужу. Крем для стоп, ног и от пота и запаха. С антибактериальным эффектом. Катя снимает крышку. Я даже смотрю, короче, читаю здесь. Ну, вот так. Она здесь, короче, не снимает. Жесть. Короче, ну, это бесполезно. У нас куча таких штук, он ничем не пользуется. Так что... Да? А надо пользоваться. Далее. Фирма, да, которая вот... О, Адонис нравится мне. Вот она. С Пятигорска. Тамаска вот такая вот. Будем пробовать. Будем пробовать. Потом расскажу. А, часы забыла. Так, это аромамыло, грязевое мыло. Я выбрала с, по-моему, о, боже, как оно пахнет, Антон. Натуральный органический продукт. Оно пахнет, по-моему, апельсином чем-то. Иди понюхай. Здесь такой этот. Да. Вообще просто. Короче, это натурпродукт, оно грязевое. Все там написано, тоже будем пробовать. Тестить. Ну, я вообще люблю очень натуральные мыло всякие. Это что-то для меня. Это для меня что-то с чем-то. Так. Здесь шампунь. Здесь шампунь. Шампунь тоже я выбрала грязевой. Просто грязевой. Он должен быть здесь написан. Они разные. В том году я вам показывала. У меня еще лежит он. Хлебный, по-моему. Еще у меня есть. Здесь вот другой. Это маленькое, его хватает надолго, он очень концентрированный. И очень хорошо мылится. И натурально, натурально. И кошечка. Такая вот кошечка.
И все это привезено из города Пятигорск. Или из Сундуки. Не, она Пятигорск. Вот это точно из Пятигорска. Вот такая косточка. Все, вот я ее поставила. Или куда ее поставить, чтобы кот не сбил. Даже полная. Все. Вот там самая главная кошка здоровая. И вот у нас еще одна. Все. Да, села батарея у меня. В общем, вот так показываю. Выбора вообще и пальто, что только нет, и пуховики, и парок много было, и красную я мерила. Совсем другой стиль, так скажем. Ну, что-то я вот выбрала именно синее с желтыми шняшками такими. В общем, вот такая вот. Внутри есть кармашек. Вот. То есть задняя часть, она не длиннее, как у меня на моей парке. Вот она у меня длиннее. Вот здесь как бы так модно, да, было. Сейчас, не знаю, видимо, так делают. Я не знаю. Но мне вообще нравится, когда вот так свисает еще кусок задней части. Замок здесь не очень. Как бы менять не пришлось. Слишком хиленький. Все, я это буду стирать все, потому что не могу я ходить. Ну и сзади вот такая вот. На задней части. Я говорю, ходить не могу. Воняет все равно вещи. Ку-ку. Хорек. Носик мокрый, зайка. Зайка. Брюсечка. Ку-ку. Ну, у нас и погода. Вчера дождь, сегодня дождь. Все, холодно. А, ладрыга. Ну, бабье лето точно прошло. Интересно, что здесь у нас откроется? Вот построили. Плитку положили. Плитка почему-то красная. Здание желтое. Интересно, что же там они откроют? Только не пивной магазин, только не автозапчасти. Всякое вот это вот уже. Кстати, в прошлом видеоролике я показывала, вот покупала я вот в этом магазине мякиш. Вот он длинный-длинный. В общем, весь подвал занимает, ну, как подвальное помещение. Большой детский магазин. Вот. Это у нас еще обед, поэтому машин так мало. После 5 вечера начнется. Пробки, пробки. Все. Будем прощаться. Будем прощаться сегодняшний день. Потому что я буду стирать. Поставлю себе чай. Кот лазит в пакете от карри. Как всегда.